Привет, друзья! Сегодня будет снова разговор не видос, но теперь мы будем подводить итоги 2020 года. И еще я хочу рассказать, что вас ждет на моем канале в 2021 году, каких целей я хочу выполнить. А перед началом данного видеоролика на лайк тыкнули, подписались на канал и погнали! Ну, во-первых, я хочу подвести итоги 2020 года. Этот год для моего канала был непростой. За этот год мы набрали аж целых 1900 подписчиков. Да, я хочу уточнить, что я назвал число за 2020 год, а основное число это 2600 подписчиков. Да, это очень много, я такому числе подписчиков не ожидал, спасибо вам всем. Еще я за этот год перепробовал очень-очень много рубрик, это рубрики как видеоигры, стримы, оценка, такие рубрики как играем под музыку, конкурсы, Майнкрафт и так далее. Да, это очень много, и всех этих рубрик вам залетела только оценка. Да, и я погнал записывать только оценку, почти что 8 месяцев я записывал только оценку. Да, ну, потом я выпустил реакцию на песню «Нарезку Мармока», и она тупо взлетела. Набрала уже 1200 просмотров. Я задумался, снимать мне всю жизнь оценку или пробовать записывать реакции. Это сложный выбор, я обдумывал его целую неделю и решился. Забросил оценку. 25 августа я снял последнее видео с оценкой, но это видео вместило в себе 3 оценки. И тут пошло все с нуля. Перестали смотреть почти, что все подписчики, просмотры падали. Но я удержался, хотел забросить реакции и начать снимать снова оценку. Ну нет. И тут где-то за 2 месяца пришли новые подписчики. Просмотры взросли, стали, можно сказать, взлетать. Хочу сказать отдельное спасибо Вонарику Про. Ссылку оставлю на этот канал в описании. Это мой, можно сказать, подписчик Old. Он меня уже смотрит, сколько уже где-то, ну, год точно смотрит. Ну что ж, и то, что все начали меня смотреть и лайкать, это меня вдохновляет. Спасибо вам большое. Еще за этот год я начал записывать видео на русском языке. Ну, вы все видели, я еще учу его, и у меня бывают проблемки с речью. Приношу свои извинения. Ну, что еще сказать? Еще открыли мне сообщество. Ну, на этом, наверное, все. Теперь поговорим, какие цели я хочу добить за 2021 год. Я хочу удалить все ролики на моем канале. Ну, как все, почти что все. И я про это еще думаю. Еще я хочу за этот год добить 10 тысяч подписчиков. Да, я знаю, это будет сложно, очень сложно, но еще я знаю, что я это сделаю. Да, я этот ролик снимаю в 10 часов, скоро Новый год, и я еще не знаю, добили вы 3000 подписчиков или нет. На данный момент на моем канале 1600 подписчиков. Может произойти какое-то чудо, и вы добьете 3000, но я не знаю. Я еще не знаю, успею я за сегодня выкласть этот ролик или нет, бо надо еще писать сценарий, что я зараз и делаю, монтировать голос и так далее. Надеюсь, я успею этот ролик выкласть сегодня. Ну, о, мы отошли трошки от темы. Еще я хочу набрать 2000 подписчиков в инсте. Ссылка в описании, тому буду выкладывать фоточки, ну, смотрите и лайкайте их для продвижения. Еще хочу подключить монетизацию и спонсорство, да. Все первые деньги с монетизации пойдут на розыгрыш для вас. Вы скажете, нахрена тебе монетизация? Мне она надо, чтобы покрасить контент, где деньги с монетизации я буду тратить только на канал. Вы все, наверное, знаете, что у меня сломался микрофон, и я все деньги с пиаров и так далее потратил на него. Мне прям в точку хватило, осталось только 3 рубля, ну это прям осталось копейки. Ну все, на этом моменте ролик подошел к концу. Подписывайтесь на канал и инсту. Комментируйте мои ролики. Всех с Новым годом, счастья и главное здоровья. Пока!